Праздник Крещения Господня традиционно отмечают в ночь с 18 на 19 января. В Люберцах уже готовятся к его проведению. Организационные вопросы обсудили в местной администрации. Особое внимание на заседании уделили обеспечению безопасности граждан. Наташинские пруды в Люберцах, Малаховское озеро и Кореневский карьер в Краскове. Три специально оборудованных иордани, подготовленные к празднику Крещения Господня. По всем адресам крещенские купания начнутся в 21:00, а в полночь для присутствующих прогремит праздничный салют. Об этом сообщили на организационном совещании в Люберецкой администрации. Особое внимание на заседании уделили безопасности в период нахождения на водоеме и в момент купания. Так, с 9 ночи и до последнего посетителя будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, МЧС и скорая. Места для купаний будут оборудованы специальными сходнями, лестницами и настилами. Также на территории расположат пункты обогрева с горячим чаем. На совещании отметили, что люди в алкогольном опьянении для купаний допускаться не будут. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.